Брестские театралы открывали программу форума «Тиарт». Белорусскую классику Василя Быкова о событиях войны и моральном выборе человека столичные любители театрального искусства восприняли на бис. Поиск ответов на вопросы автора, что такое человек перед уничтожающей силой бесчеловечных обстоятельств, на что он способен, если возможности защитить жизнь исчерпаны им до конца, и предотвратить смерть невозможно, актуальны во все времена. Остался человеком, то есть, ну, чтобы тебя потом не было стыдно, чтобы ты мог просто смотреть людям в глаза после своих действий, поступков. Тут пища для размышлений, скажем так, есть для всех. Делайте выбор, думайте и поступайте так, как вам позволяет ваша совесть. Сотников, ну, очень интересно было играть. Вот, работали с удовольствием. Но я думаю, что зрители, даже вот в Минске, когда мы поехали, показывали, ну, они восприняли, потому что аплодировали, встали, вызывали на бис, поэтому было приятно. Тема Сотников – это военная тема, во-первых, значит, предательство и патриотизма, и любви, и непредательство. Она актуальна, наверное, во все времена, пока существует человек. Это от человека зависит, смотря в какие он обстоятельства попадает. Потому что мы не знаем, попадем мы в эти обстоятельства, как бы мы поступили. Постановка «Сотников» – это уже четвертая работа режиссера Руслана Кудашова в Брестском театре. Раньше были «Холстомер», «Луна Сальери», «Фро», программа «Форум» в этом году включала международные и белорусские блоки. Международная программа проходила в онлайн-режиме. А вот спектакли «Беларусь Опен» презентовали на известных минских театральных площадках. Тиарт, во-первых, это очень престижно, это круто, это клево, это очень современно. Вот, я уже участвую второй раз в этом фестивале со своим театром. Первый раз это было в 2018 году со спектаклем «Новая земля» по Якубу Колосу. Эта тема вечно актуальна будет, потому что ничто не забыто, никто не забыт. Мы вот этой доли, да, добились нашей сейчас вот свободы, нашего мирного неба над головой. Но это вечная тема, она будет всегда для нас актуальна. Сейчас артисты репетируют новую постановку «Крылья бабочки». Это философская сказка для самых маленьких.